Мне приятно констатировать тот факт, что руководители парламента Вьетнама, ваши председатели у нас в Беларуси, постоянные гости. У нас очень добрые, хорошие связи Вьетнама и Беларуси. Они основаны на истории наших государств, хорошей истории, которая может быть гордостью любых государств и базой для развития отношений. За последнее время мы многое сделали для того, чтобы торгово-экономические наши отношения развивались более успешно. Что касается политики, международной повестки дня, то у нас весьма хорошие позиции и по повестке дня международных отношений они абсолютно схожи. Я бы очень хотел, чтобы ваш визит в Беларусь придал дополнительный импульс по всем направлениям нашему сотрудничеству. Уважаемый господин президент, я очень рада возглавить высокопоставленную делегацию Вьетнама национального собрания, приехать в очень красивую, прекрасную страну Беларусь.